Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Вольфгангом Бюхелем. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двухсторонних связей. Все подробности о встрече в наших следующих выпусках. Сбор урожая чая в Азербайджане к 2027 году планируется увеличить примерно в 11 раз. Это следует из государственной программы развития чаеводства на 2018-2027 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Документ подписан с целью развития чаеводства, повышения экспортного потенциала в данной сфере и обеспечения занятости сельского населения. Ранее потребность населения в чае на 65-70% обеспечивалась за счет внутреннего производства, но с 1990-х годов производство чая в Азербайджане начало постепенно снижаться, и к 2010 году посевная площадь чая составила 587 гектаров, а объемы производства 545 тонн. Эта ситуация начала исправляться только к 2016, и к прошлому году площадь чайных плантаций была увеличена вдвое, а производство более чем на 42%. Согласно проведенным исследованиям, около 21 тысячи гектаров в стране пригодно для посадки чая. Реализация же госпрограммы позволит довести площадь чайных плантаций до 3000 гектаров, а сбор чая до 8500 тонн. Это позволит значительно снизить импортозависимость, а также увеличить экспортный потенциал данной сферы. Начиная с этого года, применение системы страхования до 2019 года является одной из основных задач. С другой стороны, в связи с развитием данной сферы предусмотрена реализация инфраструктурных проектов, поощрение кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольной основе, поддержка экспорта.